Еще в 1914 году Александр Белл сказал, что если у вас большие амбиции и вы хотите найти новую науку, измерьте запах. Ученые, прибывшие из Германии после многолетних исследований технологий в области распознавания запахов, не менее амбициозны. Как известно, в настоящее время имеются уже устройства, которые заменяют человеческое зрение для роботов, для искусственного интеллекта имеются уши. Если зрением являются камеры, отлично разработанные к настоящему моменту, с высоким разрешением, высокой чувствительностью, и уши, наши прекрасные микрофоны – это наши уши, то электронный нос до сих пор оказывается еще только на стадии разработки. Одним из лучших представителей этого класса устройств является электронный нос камина. Исследователи в Кыргызстане тренируют камину, поскольку любой электронный нос должен сперва собрать значительную базу данных, чтобы позже приступить к работе. Области применения электронного носа обширны, от распознавания загрязнения атмосферы, содержания в воздухе опасных бактерий и вплоть до обнаружения клеток рака в мозге. Нос, который ученые тестируют в университете Манас, на первой стадии будет различать сорта и качество меда, произведенного в Кыргызстане, а также для контроля качества мяса. Что касается мяса, важнейшим аспектом является свежесть мяса, и поэтому мы решили попробовать распознать с нашим носом, насколько свежим и насколько годным к употреблению, к продаже мяса является. Поэтому мы берем пробы свежего мяса и не столь свежего, несколько уже стоялого мяса и пытаемся отличить. Команда Ильи Киселева с помощью электронного носа пытается отличить мед из сарачелека от меда, собранного в районе Токтагульского водохранилища. Для этих измерений применяются электронные носы из Германии, чтобы впоследствии сравнить показания носов и улучшить электронное обоняние аппарата в будущем. Вследствие хорошего приема, адаптации, которую мы здесь встретили в Кыргызстане, и радушному и большому интересу к нашему проекту, мы надеемся получить больший проект, в результате которого уже будет промышленная установка для вот этих практических применений. Ученые занимаются не только непосредственно работой с электронным носом, но также обучают тонкостям его действия студентов университета, делясь бесценным опытом, накопленным в результате более 16 лет экспериментов в Германии.